В данном видео мы рассмотрим сумку-переноску фирмы Trixie, которая называется Little King of Dogs. Размеры сумки 17 на 26 на 36 сантиметров и предназначена она для переноса маленьких животных. Сама сумка бежевого цвета с золотыми узорами. Сделана она из нейлона. Вверху сумки сетка на змейке. Внутренняя поверхность сумки сделана из плюша. Она очень мягкая и удобная. Внутри сумки есть карабин для пристегивания. Открывается сумка сверху с помощью двух змеек и липучки. Для того, чтобы освободить голову животного из переноски, достаточно просто свернуть сетку и закрепить на кнопку.